гостях у Евгения Додолева мечта любого дворянина. Актриса Елена Цыплакова. Надо побриться наголо. Можно? Она расскажет о своих боевых заслугах. Вы, когда режиссируете, вы включаете полковника? У меня снимались местные астраханские бомжи. В запретных темах. Нужна в вашем ремесле какая-то цензура? Нам не давали сценарий в руки никому. После школьного вальса меня выгнали из ГИТИСа. И современной вседозволенности. Что можете сказать о нынешних фильмах, которые снимаются? Редактура должна быть грамотная. И она должна быть творческая. «Золотая рыбка» Елена Цыплакова. Премьера. Экран передает энергию. Очень мощно. Смотрите в пятницу в 23:45. Москва. Доверие. Теперь на 22-м канале во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.